Трое европейских заложников освобождены в Мали после 9 месяцев, проведенных в плену. Двое испанцев и итальянка были обменены на трех арестованных ранее исламистских экстремистов. Их одновременно выпустили на свободу в Мавритании и Нигере. Об этом заявил офицер армии Буркина-Фасо, руководивший операцией. 29-летнюю Расселу Уру в Италии в аэропорту встречали не только близкие, но и премьер-министр Марио Монти и глава МИД Джулио Терце. Она рассказала, что боевики обходили с ними хорошо и что хочет вернуться в Африку как можно быстрее. Все трое освобожденных сотрудники благотворительных организаций. В октябре прошлого года они были похищены из лагеря беженцев на юго-востоке Алжира боевиками движения «За единство и джихад» в Западной Африке, которое связано с Аль-Каидой. И все это время их удерживали в заложниках на севере Мали.